Они потом про это еще книжки писать будут. Сообщают о вспышке насилия. Немедленно отправляйтесь на место.
Некоторые правительственные ублюдки просто раздражают, сэр Даду. Но из-за некоторых у меня вскипает кровь. Вот этот лейтенант в особенности. Псих Густи. Он явно решил встать у меня на пути. Так что нужно его ударить по больному месту. Его знаменитой коллекцией машин. Хватай большую пушку! Вижу врага! В атаку! В атаку! Мы на месте! Разнеси всех этих красавиц! Пусть он рыдает! Один. Два осталось. Отличная работа, Скорпион. О, блин! Пришлите подкрепление! В атаку! Ну, все, тебе конец! Убейте его! Все на землю! Прикройте меня! Я захожу! Отлично, сэр Даду! Осталась всего одна! Я его вижу! Теперь попробуйте покачать нефть по трубам, уроды! Захожу с фланга! Гранаты к бою!
Дайте ему уйти! В атаку! Что за... Тебе конец. Пошли! Пошли! Я тебя вижу! Ракета запущена! Еще хочешь, супергерой?
вижу! Бегом сюда! Ты нашел один из черепов предков. Проявляй к нему почтение. В нем спит могучее колдовство. Что за? Я завтра! Отфигу, чертик! Я вижу этого труса! Ну, это было обалденно. Еще один шаг по пути революции, товарищ. Нужно уничтожить одну из буровых платформ малыша Фаная. Ты с нами? Истребители на подходе. Ожидаемое время прибытия 30 секунд. Вперед! Уничтожь его, товарищ! Так, все вперед! Мы его поймали! Убить его!
сделано. Теперь разберись с остальным. Сообщается о боевых действиях в секторе. Немедленно направиться на место. Тебе конец. Я захожу. Пошли! Пошли! Ложись! Добейте его. Укрытие! Атакую! Обойти его! Захожу с фланга! Еще хочешь, супергерой? Круто! В атаку! Ничего, если я это одолжу. Благородный солдат революции, ты нанес удар правительству Паная. Прикройте меня! Я захожу! Я его не вижу! Ха-ха! Я вижу этого труса!
бизнеса на архипелаге Силатан страшный геморрой. И у меня тоже. Спрашиваешь, почему? Да все из-за новой статуи малыша Паная. Она стоит там и мешает людям спокойно заниматься проституцией, тяжелыми наркотиками и азартными играми. Понимаешь, почему я хочу избавиться от статуи? Когда ты снесешь ее, я хочу, чтобы ты принес голову статуи моему доверенному капитану в том округе. Он может украсить ею свой сад. Так, все вперед! Мы его поймали! Пошли! Теперь доставь голову моему капитану. Он наверняка оценит этот жест. Капитан может наслаждаться видом обезглавленного Паная за утренним кофе.
Увлеки его! Чуешь, Скорпион? Это запах страха. Страха правительства Панау. Запах страха и нетерпеливого ожидания. Мои источники сообщают, что они проводят эксперименты с каким-то ядовитым газом, который позволит им принудить людей к покорности. Наш враг не должен получить такое преимущество. Отправляйся туда, товарищ, и добудь 3 образца химикалий, из которых они делают газ. Но помни, эти жидкости нужно хранить в холоде, в сильном холоде. Иначе они просто испарятся, превратившись в ничто. А из ничего ничто не выйдет, Скорпион. Надеюсь, мы сможем использовать этот нервно-паралитический газ для правого дела. Много пользы может принести правительственный чиновник в химическом ступоре, не способный шевелиться. Не способный даже на простейшие действия ради самосохранения. Покорный и напуганный кусок плоти как раз для меня. Надеюсь, этот новый газ не хуже, чем про него рассказывают. Образцы находятся в лабораториях. Чтобы добыть 3 необходимых образца, ты должен пробраться внутрь 3 таких лабораторий. Вижу врага! В атаку! В атаку! Удрытие! Обойти его! Ублюдок! Мы тебе все равно найдем. Обойдите его. Ну вот мы и прибыли. Осталось найти еще 2 образца. Еще 2 на подходе. Он удрял. Прикройте меня. Я захожу. Враг обнаружен. Прошу поддержку. Задача ясна, товарищ. Забирайся на крышу и разберись с вентилятором. Ой! В укрытие! Ну всё, тебе конец! Обойти его!
Убейте его! Обводите ее! Спасибо, товарищ. Теперь добудь последний образец. Ученый, товарищ, он убегает. У него один из образцов. Не дай ему уйти. Пленные снимают. Не подходи! Я просто нищий ученый! У меня нет... Прикройте меня! Я захожу! Да. Умник выронил образец. Хватай его, товарищ! Полный набор. Теперь отнеси их в Бола. Только не давай температуре сильно подняться, иначе они испарятся. Тебе может пригодиться этот вертолет, Скорпион. Пускаю ракету. Убейте его. Они хотят вернуть свои химикалии, товарищ. Будь осторожен и не забывай держать их во льду. Ладно, пора отсюда выдвигаться. Запрос о помощи принят. Они все время нагреваются. Торопись, пока химикалии не испарились. Не разочаровывай меня, товарищ. Да я бы никогда... Химикалии тают, растворяются в воздухе. Спеши, товарищ, поспеши. То, что ты меня достаешь, никак не ускорит процесс. Отличная работа, Скорпион. Мы найдем им применение. Не сомневаюсь, что так.